везде нашим скверам, каждый вечер в тот же час. Вместе с Кэрри Блю Терьером прохожу я мимо вас. У меня глаза плутовки, в них манящие огни, и легки мои кроссовки, ну попробуй догони. Куда, куда же ты, куда же ты, куда же? Не убегай, тебя молю. Зачем опять на страже терьер мой Кэрри Блю? Куда, куда же ты, куда же ты, куда же? Ведь я так тебя люблю. Ну почему на страже терьер мой Кэрри Блю? Кэрри, люблю Кэрри, люблю Кэрри. Кэрри, люблю Кэрри, Кэрри Блю. Приходи ко мне во фраке, чтобы выглядеть модней, и скажи моей собаке все, что думаешь о ней. Лучше сдаться ей без боя, он не злой еще пока. Ты готов гулять со мною? Я куплю два поводка. Куда, куда же ты, куда же ты, куда же? Не убегай, тебя молю. Зачем опять на страже терьер мой Кэрри Блю? Куда, куда же ты, куда же ты, куда же? Ведь я так тебя люблю. Ну почему на страже терьер мой Кэрри Блю? Кэрри, люблю Кэрри, люблю Кэрри. Кэрри, люблю Кэрри, Кэрри Блю. Кэрри, люблю Кэрри, люблю Кэрри. Зачем опять на страже терьер мой Кэрри Блю? Куда, куда же ты, куда же ты, куда же? Ведь я так тебя люблю. Ну почему на страже терьер мой Кэрри Блю? Кэрри, люблю Кэрри, люблю Кэрри. Кэрри, люблю Кэрри, Кэрри Блю. Кэрри, люблю Кэрри, люблю Кэрри. Танцевальный ансамбль «Альтер Эго» помог сейчас вернуться в детство, по-моему, всем, кто смотрел. Ребята, на винит такой шухер и порядок нашей стойки. Ну, спасибо огромное. Руководители Дмитрий и Людмила Брагина. Давно руководите? Скоро 5 лет будет. Я знаю, сразу скажу, что у нас сегодня два коллектива, ваши постарше и помладше, вторые тоже нас обязательно удивят. Расскажите о ваших детях. Вот сегодня день защиты детей. От чего защищаете, как любите, как проводите отбор в свой танцевальный коллектив? Ну и насколько способны все-таки дети, насколько хотят танцевать? Как бы хотят они многие. Отбор мы не проводим, берем всех желающих. Каждый ребенок, он не может быть плохим. Да, видно, что... Он не может быть плохим ребенком. Недостатка в мальчишках у вас, по-моему, нет. Нет, у нас нет. Мальчики хорошие. А это, по-моему, такой коллектив на весь золото. Вот, все-таки мальчишки-то не танцуют. Промотивируйте, скажите, что ребятам танцевать это хорошо. Безусловно, хорошо. Причем мы занимаемся не только танцами, мы занимаемся, у нас очень много акробатики, у нас очень много гимнастики, поэтому это интересно. То есть, и как мальчикам. Физическое. Да, то есть развитие данных. Достаточно крепкие ребята, и девочки, и мальчики у нас. Вот что можете пожелать своим ребятам сегодня? Ребятам? Да что, пускай они будут здоровы, пускай они всегда будут веселые, всегда они пусть остаются, пусть дольше остаются детьми. А сегодня вот еще день, также мы поздравляем и всех родителей. Какие теплые слова? Как вы считаете, ваши родители вас правильно воспитывали, хорошо воспитывали? А вот кто бы сказал неправильно. А мне почему? Я вам это иногда не хватало, нагоняя. В принципе, наверное, да. Да, конечно, правильно. Ну что, всегда все по делу.
А что можете сказать родителям детей? Пусть приводят в танцевальные коллективы, потому что танцы облагораживают. Вы сами танцуете? Уже нет. Раньше, да. Сейчас уже более... На свой опыт все, что умеете, отдаете детям. Да, конечно, детям. Передаем. Второй танец у нас. Кто у нас из ребят будет танцевать и как он называется? Называется «Калиенте» по песне. По песне, которая так и называется «Калиенте». Танцует, в принципе, группа, как дети 8-9 лет. Ребята, вы готовы? Заходите. Готовы. Выходим.